В эти выходные в Волгоградской области произошли сразу две страшных аварии с тремя погибшими, двое из которых дети. Так, в пятничный вечер на мосту через Волгу женщина-водитель Рено не справилась с управлением и влетела в отбойник. В результате аварии погибли двое детей – 9-летняя девочка и 3-летний мальчик. 14-летняя девочка и сама водитель получили тяжелые травмы. Еще одна авария произошла на Саратовской трассе и тоже попала на запись видеорегистратора. В воскресенье в 12:20 водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. От удара многотонная машина опрокинулась на бок. Водитель большегруза оказался зажат в кабине. Саму же легковушку буквально смяло. На месте погибла 58-летняя пассажирка Форда. Оба водителя с многочисленными травмами госпитализированы.